Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он как опять вышел, у него голограмма зеркальная впереди. Как я и говорил, защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Аю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Аи поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы прессуем Аю, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает, показывает на голограмму, но во все тело, как еще одно тонкое тело у нее. Понятно. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Аю, отключи эту голограмму, выведи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Как все это выходит, сила моего намерения отправляется сразу в клетку, тюрьму. Пошел процесс. У нас скреплена конструкция, как крест в области поясницы. Угу. Вышло все. Отправляю в клетку. Хорошо. Так, лучая? Да лучше, ей на голове что-то еще давит. Хорошо, сканер, просканируй, что там над головой, выведи это. Отключи полностью. Арахноид у нее на голове. Хорошо. Арахноида кидаю в клетку, тюрьму. Фурчит. Арахноид, я тебе сейчас фыркну так, что уйдешь в галактическое ядро. Тебе понятно? Я тебя спросил. Это внезапно для него было, он не понял, пока делал. Ты находишься здесь, в месте, в которое очень опасно для арахноидов. Ты находишься здесь, потому что ты интерферент и паразит. Сейчас происходит чистка, поэтому любое движение твое неправильное, которое я могу воспринять как угрозу, заканчивается для тебя фатально. Теперь тебе понятно? Понятно, он подвернул лапы под себя, смотрит, сидит в угол, забился. Хорошо. Даю команду. Значит, сканер сканирует пространство над головой Аи под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аи. Находит все. Гуманоид, синий дракон, у нее бес и джин. Хорошо. Какой у нас джин, Вера? 20.08. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто будет отвечать неправду или не будет отвечать, будет наказан. Даю команду тонкой копии АИС проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился джин в этом биополе? 3 месяца. Какой у нас бес? 8. Сколько он находился в биополе бес? 8 месяцев. Хорошо. Какой у нас синий дракон, посмотри. 12.46. Сколько ты находился в этом биополе, дракон? 2 года. Откуда гуманоид? Сириус. Как долго ты находишься в этом биополе? 3 года. Забирал копии? Душу воровал? Вот эта голограмма, он ее пытается сделать копией. Пытается. Это мы сейчас проверим. Хорошо. Сканер, просканируй полноту души Аи на настоящий момент. 97%. 97%, 3% уже в голограмме. Хорошо. Сколько находится арахноид в этом биополе? 4 года 7 месяцев. 4 года и 7 месяцев. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. А я забираю все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Кто из присутствующих находится еще в квартире Аи? Бес, джин, дракон. Бес, джин, арахноид. Дракон, арахноид. Все, кроме гуманоида практически. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с джина. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки, втягивай в себя. Ничего не забывай. Приступай и докладывай мне готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке по каналам. Джин закончил. Хорошо, бес. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Аи? Да, есть у нее низ, на спине поясница, где конструкция была. Это от конструкции. Понятно. Хорошо. Ты хочешь получить эту лярву? А больше затемнение, да, хочется. Затемнение. Хорошо, выходи сначала, собирай все, что ты оставил, вытягивай, вытаскивай и доложи мне на месте, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду. Приступай. Бес, ты в квартире один или там черт есть? Один. Хорошо. Он снял, у него как нитки были на ноге, на одной и на двух руках. Хорошо, разрешаю тебе забрать это затемнение. Забирай, ничего не забывай.
Возвращайся назад. Готов. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Тоже снял. Гуманоид, на твоей чистоте что-то еще осталось, что мы не вытащили? Нет, не осталось. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, вытаскивай все иголки, ничего не забывая, возвращайся назад. У него спина, плечи, шея, горло и наверху. Как она ощущала твое воздействие на физическом плане, арахноид? Он почему-то показывает, что она во рту чувствовала его паутину, что-то инородное. Хорошо, теперь она знает причину этого. На плечах груз чувствовала иногда, но и в голове концентрации не было. Ты перекрывал возможность визуализировать, или кто это делал? Напряженные мышцы в части спины, это мы уже поняли, это от конструкции. Сумбурные мысли ты ей посылал, когда она пыталась визуализировать или медитировать? Арахноид? Здесь два. Кто здесь? Здесь два виновных, это арахноид и дракон. Арахноид сидел на верхней чакре, дракон в третьем глазе снял плату. Арахноид собрался. Дракон, а что ты мешал ей развиваться? На каком основании ты ей мешал развиваться? У тебя есть контракт с ней? Он не мешал развиваться. Он наблюдал, как она развивается. Ну, ты влиял на ее способность визуализировать и медитировать. Визуализировать нужно уметь. Нужно учиться. А она не учится. Она хочет все сразу. Хорошо. С этим мы поняли, разобрались. Итак, у нас все вытащили, правильно, Вера? Да. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Кае, помогаю моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Скажи-ка мне, бес, хочешь ли ты получить эмоциональный фантом? Хочу. Меня интересует первопричина, я сейчас буду перечислять эти частоты. И ты мне скажешь, что является первопричиной, из чего все проблемы вытекают. Итак, выходит эмоциональный фантом Ай, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Она ей сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Серый фантом вышел. Хорошо, а эти энергии вы сами сгенерировали, здесь вам уже никто не помогал. Вы готовы с ними расстаться? Готов. Сворачиваю эти энергии в шар. Забираешь бес? Да, забирает. Отправляю бесу и слушаю тебя. Тревожность, нервозность, раздражение, а еще нехватка времени. Хорошо, меня все устраивает. Итак, джин с бесом, синий дракон и арахноид. Сейчас я открою два портала в квартиру Аи. Бес джин уйдет в один портал, и арахноид синим драконом уйдет в другой портал. За это время вы соберете все, что вы оставили в ее квартире. Я приду, проверю. Бес мне покажет все порталы потом еще. Я ему соберу в дорогу негатив с этой квартиры. Все понятно? Бес еще хочет сказать. Давай. Про нехватку времени. Он говорит, что развитие души не делается в спешке. Абсолютно верно. Даже бес об этом знает. Все верно. Хорошо. Открывается два портала в квартиру Аи. Один, два, три. Бес и джин уходят в один портал. Арахноид и синий дракон уходят в другой портал. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Сканер, просканируй полноту души Аи на настоящий момент. 100%. Отлично. Я приветствую тебя, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса 3 года сидел, есть голограмма, пытался копию сделать, успел 3% украсть, все вернули. Посмотри, пожалуйста. Гуманоида забирать будем, проверять на остальные подключки. Голограмму уничтожить, если все забрали. Все забрали. Открывая под голограммой воронку в галактическое ядро, голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Гуманоида забрать. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ая, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Я вижу каждое свое тонкое тело,
когда я медитирую, сажусь в позу лотоса, и каждое тонкое тело повторяет эту позу. Теперь я понимаю, что значит визуализировать. Это так прекрасно. И еще цвета. Не забывайте за цвета. Каждое тонкое тело имеет свой цвет, и эти цвета вам нужно будет тоже визуализировать. Хорошо. Это открывает новый путь в моей медитации. Во всяком случае, это дает вам действительно правильный путь для работы. Не забывайте сбрасывать негатив. Это очень важный фактор каждый вечер, как мы выдавливали этот шар из себя и сбрасывали в галактическое ядро, потом его закрывали. После этого заправляете себя утром энергиями. Вам 370% дали и 25 Гц. Сначала заправьтесь энергиями, прочувствуйте этот процесс. Очень важно чувствовать энергии, когда вы ими заправляетесь. Именно так открываются двери. Как вы начнете их чувствовать, что наполнились, тогда поднимаете вибрации до 25 Гц и чувствуете такое легкое вибрирование в вашем теле. Вот, и оно поднимается снизу вверх. Как закончится, вы это почувствуете. И после этого даете команду синхронизируется, гармонизируется все энергии наилучшим образом. 1, 2, 3, и все. И вы заправленная и чистая. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и котика. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аи в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,